Деревянная игрушка «Грибы на полянке». Производитель указывает, что это игрушка для детей в возрасте от 2 лет. На самом деле, я думаю, малыша можно купить ее и пораньше. Моему ребенку 1 год и 5, но тем не менее он с удовольствием играет с этой игрушечкой, насаживая на штырьки грибы. Но единственное, размеры его в этом случае, конечно, интересовать не будут, но все-таки какой-то развивающий эффект они имеют. К ним прилагается небольшая бумажечка, которая, на мой взгляд, очень-очень полезна. Здесь написано, в какие игры можно играть, что она развивает. Удивительно, что на таком маленьком клочке бумаги производитель сумел разместить такое большое количество полезной информации. Как мы видим, грибочков 9 штук. На зеленой поляне грибочки 3 разных основных цветов, за исключением синего, которые с ребенком можно уже начать изучать. Также можно изучать размеры: маленький, средний, большой. И, в общем-то, другие игры можно придумать их уже в ходе общения с этой игрушкой. Грибочки очень легко снимаются со штыречков. Это, в общем-то, сделано, чтобы и самый маленький малыш смог это делать без труда. Когда мы убрали, видим, собственно, сами штырьки и полянка с разными рисуночками. Букашки, цветочки, листочки. И опять же обратно все это дело насаживается. Очень просто. Игрушка выполнена из натурального дерева, покрашена безопасными лакокрасочными изделиями. Грибочки, мы видим, немножко на свету поблескивают. Они очень гладкие, хорошо обработаны. В общем, я очень довольна покупкой и рекомендую вам.